Толкование, значение, сна, извинения. Извинения во сне по Сонику Миллера. Приносить извинения другому человеку во сне указывает на то, что в будущем вам предстоят значительные расстройства. Скорее всего, вы ощутите состояние одиночества и непонятности окружающими, и это будет сильно психологически давить на вас. Чтобы избежать тяжелого эмоционального периода, старайтесь не только работать, но и находить время на то, что вам действительно нравится. Чем больше развлечений будет в вашей жизни, тем меньше вероятность того, что внутренние неурядицы застанут вас врасплох. Получить извинения от кого-то во сне говорит о необходимости смириться с обстоятельствами, происходящими в жизни. Сколько бы вы ни боролись, сейчас мало что будет получаться. Скорее напротив, приложенные усилия не оправдают себя и только еще больше усугубят ситуацию. Постарайтесь нейтрально относиться ко всему происходящему и как можно меньше проявлять активность в ближайший месяц в любой сфере. Плыть по течению в данный период – самый оптимальный вариант. Вы избежите любых трудностей и более мягко пройдете свой небольшой кризис. Извиняться перед другими людьми во сне – благоприятный знак для незамужней девушки. Сон говорит о том, что вы сможете очаровать молодого человека, которому очень давно испытываете неоднозначные чувства. Он не просто ответит вам взаимностью, но и немедленно прекратит любые другие связи ради того, чтобы покорить именно ваше сердце. Сонник Фрейда – извинения. Перед вами извиняются во сне. Стоит опасаться проявления недоброжелателей. Сейчас они активизируются как никогда ранее. Вы можете потерять очень много времени, улаживая внезапно возникшие конфликты, но правильнее всего будет попросту перестать идти на поводу у провокаторов. Вы и так слишком много внимания уделили тем, кто этого совершенно не стоил. Позаботьтесь о том, что вам предстоит в срочном порядке налаживать свою репутацию и восстанавливать значимость в глазах людей, дорогих вашему сердцу. Сейчас это должно стать приоритетом номер один. Если не заняться вопросом вплотную, то вы рискуете потерять близкого друга и после очень долго сожалеть о случившемся. Видеть во сне человека, который красиво извиняется перед другими, но вы знаете, что он прав, указывает на запутанную ситуацию, которая мешает вам изменить свою жизнь. Вы постоянно топчетесь на одном месте и не можете сделать так, чтобы события начали приносить успех, а не одни лишь разочарования. Проанализируйте, что может быть не так, подумайте о будущем, о том, каким бы вы хотели его видеть и начинайте действовать. Только так вы достигнете той жизни, к которой стремитесь. Извинения во сне по эзотерическому сонику. Извиняться во сне предупреждает о надвигающейся опасности. Проблемы могут прийти внезапно и будут иметь финансовый характер. Предстоит множество потерь, немеренных трат и неконтролируемых переживаний, связанных с этим моментом. Постарайтесь умерить свои расходы и без надобности лишний раз не доставать кошелек. Так вы сбережете значительную часть суммы, которая после однозначно точно вам пригодится. Слова извинения могут подсказать, кто в вашей жизни является настоящим и искренним по отношению к вам. Если вы слышите извинения в свой адрес, постарайтесь вспомнить человека, быть может, он является вашим тайным другом, которому вы пока что боитесь доверять. Сонник Ванги – извинения. Любые извинения сулят крупную неудачу. Особенно для тех, кто хочет рискнуть и попытать счастье в каком-нибудь сомнительном деле. Не стоит вкладываться туда, где есть даже небольшие возможности потерять вложенные средства. То же самое касается времени и собственных сил. Во сне посторонний человек долго извинялся перед вами. Вы слишком сильно зазнались и проявляете чрезмерный эгоизм. Необходимо поумерить свой пыл и посмотреть на себя со стороны. Быть может, ваши действия совершенно неоправданы, и вы зря испытываете гордость на ровном месте. Извинения во сне по сонику мисс Хасси. Извиняться перед близким человеком во сне к крупной покупке. Если вы давно планировали приобрести машину, квартиру или бытовую технику, то сейчас самое время. Можете смело планировать, подбирать варианты, и вы обязательно найдете свой, который порадует вас своим соответствием. Приносить извинения во сне говорит о подавленном чувстве собственного достоинства, которое вам пришлось закрыть в себе в связи с обстоятельствами. Пора заново расставить приоритеты и доказать самому себе, что вы можете значительно больше, чем есть в настоящее время. Выбираете высокие цели и стройте планы по их покорению, вы сами в скором времени удивитесь от того, как быстро все начнет у вас получаться. Принести извинения другому человеку, вас мучит угрызение совести из-за неправильного поведения, получить извинения от другого человека – знак конфликтной, стрессовой ситуации. Если вы чувствуете приближение негативной ситуации, постарайтесь ее избежать.